Я нормально все? Да, отлично все. Ну, слава Богу. Друзья, мы обращаемся к вам с приглашением. В январе месяце у Сични пройдет здесь, в Киеве, мы планируем провести фестиваль, рождественский фестиваль. И, конечно, всех приглашаем уже сейчас начинать молиться за него, чтобы это действие состоялось. Все-таки Рождество – это такой повод для проповеди Евангелия, который трудно сравнить, разве что с Пасхой. Поэтому мы приглашаем всех для соучастия и молитвами, и финансами, и своим личным участием. Поэтому обращайтесь, и мы будем вместе с вами делать это чудесное дело. Это было настолько очевидное поручение от Бога, что в моем сердце, кроме веры, кроме предвкушения Божьей славы, нет ничего. Есть небольшое волнение, но я знаю, что это хорошо. И поэтому мы обращаемся к вам, потому что понимаем, когда цели приходят от Бога, Он всегда имеет в виду множество людей, которых Он готов объединить вокруг этой благословенной цели. Мы хотим, чтобы люди не просто услышали о Рождестве. Наша Украина многое знает и многое слышала, но чтобы люди пережили это Рождество. Так что, дорогие, пожалуйста, подвязайтесь, молитесь, жертвуйте, и будем вместе разделять ответственность и, конечно же, награду.